В скором времени в Якутске откроется детский технопарк «Кванториум». Это площадка, где дети в проектном формате смогут решать реальные кейсы и задачи по перспективным, естественно-научным и техническим направлениям. «Кванториум» будет состоять из 8 квантумов, подразделений лаборатории. Кроме того, в технопарке оборудуют специализированный цех общего пользования. Всего в нем будут заниматься около 600 учащихся из разных районов республики. Сейчас здесь практически все готово к открытию. Тут работают три учреждения, дворец детского творчества. У нас три квантума, это робоквантум, IT-квантум, энерджи-квантум, и к нам относится еще хай-тек-сех. С нами будет работать Малая академия наук Республики Саха-Якутия. У них тоже три квантума, это геоквантум, космоквантум и аэроквантум. Дети тут не только не будут слушать там лекции и так далее, они своими руками, умом там практически будут делать разные программы, может быть, какие-то детали и так далее, и так далее.